Экскаваторы, погрузчики, автогрейдеры. Вся эта техника от компании SDLG успела зарекомендовать себя на рынке Казахстана. Но 7 лет назад, когда фирма только начинала работу в нашей стране, трудности были, не скрывает руководитель ТО «Рената». Первое время, может быть, так и было. А потом как-то по сарафанному радио, что ли, люди стали друг друга передавать. И постепенно вот мы набрали очень много покупателей, представителей завода. Ежегодно, через каждые 2-3 месяца приезжают, встречаются с людьми, ездят по районам. Эта техника сделана по европейским стандартам, ведь корпорация SDLG выпускает спецавто совместно с таким гигантом мировой автопромышленности, как шведская Volvo. Продукция предприятия проходит тщательный контроль качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001. Завод SDLG находится в провинции Шандун, город Линь. Основан был он в 1972 году. Наш завод имеет государственное значение, то есть это не коммерческий завод, а государственного масштаба. Мощность завода способна выпускать более 50 тысяч единиц техники в год. Предприниматель Тимирбек Бейсенов впервые приобрел технику от компании SDLG 7 лет назад. Он на собственном опыте убедился, качество техники не подлежит сомнению. Я работал с разной техникой, но с тех пор, как впервые приобрел 10 машин от компании SDLG, работать с другой техникой не хочу. Здесь качество отличное, цены приемлемы, да еще и сервисное обслуживание предусмотрено. За все это время серьезных проблем с этой техникой ни разу не было. Сегодня шымкентское представительство компании ТО «Рената» готово не только предоставить спецтехнику на взаимовыгодных условиях, но и обеспечить гарантийный срок эксплуатации, обучение персонала и полное сервисное обслуживание. Тем более ждать несколько месяцев поступления запасных частей не придется. В городе есть собственный склад.